Всем огромный привет, магазин IKEA. Давайте рассмотрим сегодня зеркала. Я сейчас смотрю около, наверное, самого популярного напольного зеркала. Кнаппер. У него размер 48 на 160. Он напольный, и фишка в нем не только то, что это зеркало, но и что это, смотрите, какая шикарная подставка и вешалка. То есть, такое, знаете, универсальное напольное зеркало. Белого цвета, цена 3000, одна коробка на складе. Очень мне нравится этот вариант. И даже вам скажу по секрету, что я ждала, что он будет в распродаже участвовать, но не участвовал. Да, сталь, покрытие, ну, в общем, ничего тут такого сверхъестественного, просто сама идея очень мне понравилась. Следующее появилось не так давно. 6000, хотя, смотрите, написано, что обычная цена дороже, но не помню, что там у нас было. Название вот такое, размер, одна коробка. Также напольное зеркало овальной формы, зеркало-подставка, плюс, видите, под мелочи, да, да, и сзади тоже можно, вот, и там наверху, то есть тоже универсально, ну, 7000, ну, так, 6, ну, многофункциональное зеркало. Далее идет за 7000 зеркало. Белая морилка напольная по размерам. Шевелится это зеркало. Его можно фиксировать, стоять с помощью, с двух сторон имеется. Внизу вот такая основа, все это деревянное. Их все-таки видели? Чуть-чуть меняла. Так, еще раз фокусируюсь на размерах и какая коробка на складе. Не знаю, почему мне как-то при виде зеркала захотелось тише говорить. Тут же вся фишка в том, чтобы не отражаться в них, чтобы по максимуму было информативно, а не то, чтобы потише. Итак, здесь два зеркала, белый и такой насыщенно-желтый цвет. Цена 5000. Как вам такой вариант? Тоже тут и полочка, и вот, пожалуйста, для сумок крючки. Очень, мне кажется, удобно перед выходом. Заодно посмотрели, какие наверху. Сейчас покажу цену. Так. И точно такой же, только белый. Кстати, это что вообще? МДФ, это даже МДФ влагостойкая, все тут крючочки. Встал вперед. Наверху 80 сантиметров огромное зеркало, рядышком по сравнению совсем маленькое. Вот это вот, которое поменьше, стоит 4000. Подсветка, которая побольше. И шпоны за 6000. Вот, кстати, тоже с подсветкой 6000, 80 на 60. Как вам такой вариант? Внизу идет полка отдельно, 229 рублей. А само зеркало. Проходим, смотрим само зеркало. Серьезно, что ли? 479 рублей. По-моему, это самое. Самый дешевый вариант зеркала и полки. Ну, серьезно, тут серьезнее некуда. Эй, сон, зеркало отдельно, полка отдельно. Рядом зеркало с полкой 1500. Серьезно. Наверху. Почему мне сказали, что зеркала в IKEA? А, это наклейка 999. Сказали, что все зеркала дорогие. Это зеркало 5000. Ну, в смысле, как дорогие, что вот. Никак вот это тут.
Да, передаю вам всем привет и показываю зеркало 900 рублей, не лак, 40 на 97 сос на складе. За 3000 в таком винтажном обрамлении зеркало Викерсунд. Тройное такое стоит 3700. И 7000 зеркало 91 на 130. Далее 999, 3000, овальное, украшает. Следом идет тоже все, кстати, большие тут, 5000. Наверху висит хемнос поменьше, тоже в такой же рамке, а рядом идут светлые, то есть белые и коричневые, тоже хемнос стоит тут. Так, к ним вернемся чуть позже. Смотрите, протестировано и одобрено для использования во влажных помещениях. Тоже напольные. Как смотрим тут? Нет, здесь крючков нет. Рядом за 6000. Так, тоже сразу же посмотрите, тут ведь сзади. А тут есть крючки. Большое зеркало за 10000 гювет. Буду прячусь, потом посмотрю, когда буду выкладывать, и кажется, что я отражаюсь где-нибудь в каком-нибудь совершенно другом зеркале. Что это у нас? Серия есть не сюда, или зеркала к этой серии. 4000 зеркала Гарнес. Кажется, как будто она абсолютно безрамочная. Смотрите, 26 мальмы, 229 рублей. Они больше как декоративные и в коричневом цвете. Смотрите, какая рама, массивная рама. Две тысячи, что это, тоже не всегда, 65 на 65, и вот этот квадрат, квадратное зеркало. 4000, не всегда, 65 на 150. В другом цвете. Светло-бежевый, коричневый. Так, тут ура, гром. Груа маленькая и большая, 45 на 40. Что-то фишки не понимаю. Смотрите.
явно перепуталась. И остались и просто зеркала безрамочные. Реально, это просто разные размеры. Сколько наверху вот это тут? 1300. Интересное название. И в виде соты стоит 999 рублей. Так, чтобы понятно было. Десять их там штук написано. Так, что, посмотрели с вами зеркало? Хотелось наиболее информативно, чтобы видно было только зеркала, цены и название. Так, да, все. Прощаюсь с вами. Желаю вам приятного просмотра. Жду обязательно комментарии. Ну и все. Пока-пока.